Гусь Хрустального два иностранца пытались сбыть крупную партию наркотиков. Молодых людей взяли с поличным. Как сообщают в областной полиции, 20- и 21-летние уроженцы соседнего государства пытались оборудовать очередной тайник с закладками. У задержанных обнаружили 47 свертков, обмотанных изолентой. Часть они уже успели разложить по тайникам с закладкам. Исследование показало, сбыть злоумышленники пытались более 6 граммов героина и 24 грамма мефедрона, что является крупным размером. Увидев сотрудников полиции, один из них попытался уничтожить свой мобильный телефон, в котором, предположительно, среди прочей информации, хранились географические координаты ранее организованных ими тайников закладок. От сильного давления на корпус смартфон загорелся. Впрочем, это сбытчикам не помогло. Молодым людям за попытку сбыта наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы. Вырубка леса обернулась для жителей Гусь-Хрустального района уголовной ответственностью. Задержали черного лесоруба сотрудники регионального ФСБ. По информации силовиков, в июне этого года 35-летний злоумышленник в одном из местных лесных массивов незаконно вырубил почти 40 кубометров древесины. За нелегальную вырубку леса мужчина может отправиться на 7 лет за решетку. При этом соответствующего разрешения на вырубку гражданин не имел. В результате противоправных действий фигуранта гусевскому лесничеству причинен материальный ущерб в размере более 600 тысяч рублей. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации особо крупным признается ущерб, превышающий 150 тысяч рублей. Владимирские таможенники возбудили 5 уголовных дел по фактам незаконного вывоза пиломатериалов, купленных в Ивановской области. Общий объем составил 1000 кубометров стоимостью 10 миллионов рублей. Вывоз материалов хвойных пород осуществляется в Узбекистан. Владимирские таможенники сообщают детали преступной схемы. Участники внешнеторговой сделки умышленно заявили недостоверные сведения о таможенных декларациях о происхождении и приобретении экспортируемых материалов. Строительные леса вокруг Золотых ворот появились в середине недели. Стало понятно, сколько места потребуется рабочим для проведения реставрации. Напомним, 12 июля Золотые ворота оградили бетонными блоками. Со стороны Козлова вала их установили по границе пешеходной площадки. А вот со стороны корпуса ВЛГУ ограждение частично заняли проезжую полосу. Тогда в администрации пообещали, что вопрос об ограничении движения будет решен после установки строительных лесов. И действительно, как только появились деревянные конструкции, бетонные блоки сдвинули ближе к Золотым воротам. Им надо было время для образования стройплощадки, чтобы было безопасно и для водителей, и для людей, которые производят работы. Вот мы дали им определенное время. Когда они разобрались с тем, сколько по площади будет занимать строительная площадка, они по нашей просьбе сдвинули эти блоки ограждения, максимально близко к Золотым воротам. Блоки покрашены бело-красной краской, чтобы водители издалека обращали внимание на ремонтные работы и двигались осторожнее. Сам памятник окружает забор с фонарями для сигнализации в вечернее время. Министр физической культуры и спорта области Алексей Сипач покинул свой пост. Он возглавлял спортивную сферу региона более 7 лет. Сначала в качестве директора департамента, а затем министра. Губернатор Александр Авдеев подписал приказ об увольнении. В декабре 2015 года Алексей Сипач на посту директора департамента физкультуры и спорта сменил Вячеслава Трынкина. Последнего тогда не раз критиковала губернатор Светлана Орлова. Сипач со Светланой Юрьевной сработался. Он остался во главе спорта области даже после смены главы региона и периоде руководства Владимира Сипягина. К слову, в соцсетях Алексей Сипач в последний день работы опубликовал большой пост. В нем подвел итоги и поблагодарил всех, с кем работал, в том числе коллег, тренеров и спортсменов региона. Отдельно выделил несколько властимущих, в том числе двух губернаторов. Только Владимира Сипягина в списке персональных благодарностей не оказалось. Не могу не сказать отдельное спасибо людям, без личной помощи которых не удалось бы добиться таких впечатляющих результатов. Светлане Юрьевне Орловой за доверие и прекрасную управленческую школу. Михаилу Юрьевичу Колкову за искреннее участие и помощь в решении самых сложных вопросов. Вячеславу Павловичу Кузину за умение вовремя подсказать и показать, как сделать верно и правильно. Спасибо губернатору Владимирской области Александру Александровичу Авдееву. Его особое отношение к спорту и здоровому образу жизни как приоритетному направлению государственной политики стало новым драйвером для развития всей спортивной отрасли региона. Период руководства Алексея Сипача жителям Владимирской области запомнится проведением крупных спортивных соревнований, форумов и фестивалей, регулярными визитами в регион звезд спорта и строительством новых объектов. Сегодня бурно строится инфраструктура во Владимирском регионе.
строятся ледовые дворцы, строятся фоки. Вот помещение, в котором мы сейчас находимся, да, физкультурно-оздоровительный комплекс, он тоже был совсем недавно открыт. Однако в спортивной сфере Алексею Сипачу досталось и немало проблем. Если говорить о глобальном, что сказывалось и на области, это допинг-скандалы вокруг российских спортсменов, в том числе и владимирцев. Они вспыхнули в 2016 году перед Олимпиадой в Рио. Затем пандемия в 2020, а потом и санкционные трудности. Локально, в рамках Владимира, город лишился профессионального мужского волейбольного клуба «Владимир». В 2017 году у команды города начались финансовые проблемы. Коллектив и руководство команды несколько лет били тревогу, искали спонсоров, писали городским и областным чиновникам. В 2019 году клуб, несмотря на трудности, стал чемпионом России. Тогда победителей чествовали областные власти. Они постарались поддержать команду. Однако, кроме проблем с финансированием, в городе отсутствовал зал для проведения игр и тренировок на профессиональном уровне. В Владимире нет таких залов. Самый лучший зал сегодня в области – это в Коврове. Ковровский, я тоже помню, вы говорили тогда. С Ковровым уже я проговорил с администрацией. Они готовы предоставлять свой зал для домашних игр команды. Покрытий такого нет, которое необходимо для игр этой лиги. Нет покрытий, это дополнительно идет. В результате сохранить профессиональную мужскую команду по волейболу «Владимир» городу Владимиру так и не удалось. Осенью 2020 года руководство клуба заявило о переезде команды в Муром и переименовании. В этом году департамент физкультуры и спорта превратился в министерство, а директор стал министром. В Белом доме отметили, что за 7 лет работы Алексей Сипач заложил крепкий инфраструктурный фундамент для дальнейшего развития отрасли спорта. При поддержке ведомства стремительно развивался не только массовый спорт, но и спорт высоких достижений. Наш регион стал экспериментальной площадкой для нового этапа развития олимпийского движения. Сегодня успешный опыт нашего региона перенимают другие субъекты Российской Федерации. В правительстве сообщили, что с завтрашнего дня исполняющей обязанности министра назначена Наталья Федорова, которая до этого занимала должность заместителя. Сам Алексей Сипач о причинах ухода не сообщил, но намекнул, что Белый дом он покидать не собирается, остается в команде губернатора и во Владимирской области. Кроме того, по словам Алексея Сипача, цитата из пресс-релиза правительства региона, «Именно спортивная сфера стала трамплином в моей работе. Развитие продолжается. К счастью, представилась возможность прокачивать новые компетенции и реализовывать новые задачи». Маргарита Махрова, 6 канал. В парке «Дружба» во Владимире обнаружили зеленую дубовую листовертку, которая поедает листья деревьев. На гусениц, которые лакомятся листьями, пожаловался житель города. Он написал обращение в управление Россельхознадзора. На месте побывала комиссия. Специалисты отобрали экземпляры гусениц и направили их в лабораторию. Оказалось, это не карантинный вредитель – зеленая дубовая листовертка. Гусеницы уничтожают листву ранее цветущих форм дуба. Результаты проверки передали администрации Владимира для принятия мер. Во Владимирской области развивается автоматизированная система безопасности дорожного движения. Об этом сообщает правительство региона. Система состоит из 179 комплексов фото-видеофиксации. Большая часть из них стационарные. Еще 33 комплекса установлены на федеральной трассе 77 «Волга» в пределах Владимирской области. Камеры фиксируют и передают данные в региональную систему. Кроме того, на дорогах области функционируют 20 передвижных и 2 мобильных комплекса фото-видеофиксации. В середине июля отмечается День образования органов государственного пожарного надзора. В МЧС области по этому поводу прошло торжественное собрание. В Владимирском регионе в подразделениях органов надзора и дознания работают 106 человек. Как отметили в МЧС области, отличительная черта государственных инспекторов – многозадачность. Они занимаются предотвращением пожаров и профилактикой нарушений безопасности, разбираются в причинах возгораний, помогают жителям. В праздничный день отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды, очередные специальные звания, благодарности и награды общественных организаций. Уличные художники продолжают работу. В рамках фестиваля «Загогули-33» оригинальное изображение украсило здание на Алябьева, 23 во Владимире. Автор – Алексей Беста. Он рисует более 20 лет. Долгое время художник делал граффити-шрифты, затем увлекся созданием татуировок. В результате сложился уникальный стиль, сочетающий элементы тату, граффити, орнаментов, геометрии. Новые многофункциональные спортплощадки продолжают строиться во Владимире. Работы проводятся в рамках социального проекта «Газпром детям». Специально оборудованные пространства предназначены для комфортных занятий в любое время года. Сейчас в проекте их 3. В микрорайоне Лунёва, рядом с гимназией номер 39 на Нижней Дуброве, а также во дворе школы номер 13 в Добром. Доступ к новым спортивным сооружениям будет свободным для всех жителей, но при выборе мест установки площадок учитывалась их приближенность к школам, чтобы педагоги смогли проводить для своих воспитанников уроки физкультуры.
культуры. Как сообщает подрядчик, строительство планируется завершить до 10 августа. На контрольную проверку с рабочей группой выезжал глава города Дмитрий Наумов. В целом площадки уже находятся на стадии порядка 70% готовности. Осталось только основные моменты и элементы благоустройства доделать. Посмотрим, что потребуется еще для того, чтобы усовершенствовать их вокруг прилегающей территории, для того, чтобы можно было использовать их на большие спектры и для большего привлечения людей и их интересов. Универсальное пространство позволит заниматься разными видами спорта. К тому же сама площадка достаточно проста в эксплуатации. Летом она сможет послужить футбольным полем, а зимой превратится в хоккейный корт. Это многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием. Тут будет и футбол, волейбол, баскетбол летом, зимой. Это заливается как хоккейный каток.